вообще в блоке НАТО, по-моему, только у них есть, у нас уже есть все. Все разновидности. То есть у нас этого всего настолько много, что по сути своей получается, что даже использовать это все у нас физически, как говорится, мы даже... Ну, в принципе, мы считаем, что намного надежнее наш РПГ.